Нельзя путать ощущение проблемы и определение, формулировка проблемы. Значит, после того, как вы начали ощущать проблемы, ощущать себя некомфортно, необходимо подумать, что конкретно является проблемой. Определите ее. Муж не подходит, вы не созданы для семейных отношений. Этот, я не знаю, что там еще бывает. Ну, в общем, короче говоря, надо понять, в чем проблема. Потому что только после того, как вы понимаете, в чем проблема, вы можете начать ее, как бы сказать, мыслить. Улавливаете? Если вы ее не мыслите, то никакого проку не будет.